Что-то пошло не так. О, Господи. Давай. В общем, прошлый эфир не сохранился, нас выбило полностью. Кто-то, может быть, на аккаунт заходил. Помним, да? Вот здесь у нас мозоль. Здесь у нас мозоль, может быть. Что делают российские женщины? Также вы своим клиентам должны объяснять. Они берут дорогой пластырь и наклеивают сюда же. Это самая большая ошибка. Почему? Потому что мозоль возникает именно из-за давления, из-за трения вот на этом месте и здесь. И нам это место нужно разгрузить. Идет максимальное давление сюда, сюда, сюда. Мы частично его убираем, если это возможно. Здесь, например, пусть у нас будет не водяная. Если водяная, то разгружаем также. Здесь убрали мозольку тоже. Но клиент не пошел от вас к ортопеду. Клиент не пошел покупать себе другую обувь. Да ничего, никуда не пошел. Мало того, что вы ему облегчили жизнь, он побежал. И даже не понимает, что у него еще хуже ситуация. Мы берем наш разгрузочный материал. Таких пластырей в Геволе тоже очень много. Кстати, я почему люблю Геволь еще? Вот, смотрите, здесь разгрузка у Геволя. Вот, 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 вот. В каждом городе. Вот, смотрите, у Геволя. Вот они. Вот эта коробочка здесь 9 штук. Коробочка, грубо говоря, стоит 600 рублей. Разделите на 9 и еще каждую разгрузку клиенту продайте. Вот такая разгрузка. Вот овальные кольца. Здесь вот какие кольца. Даже фласивеп не надо покупать. Вот здесь вот какая разгрузка. Готовые. Уже готовые, да. Видите? И на этом вы как педикюр, щитца или мастер ногтевого сервиса должны зарабатывать. Вы берете и разгружаете здесь и здесь. Вот здесь пусто, вот здесь пусто. И давление распределяется. То же самое здесь и здесь. И давление распределяется. Я думаю, понятно объяснила. Ну, этот эфир я коротко сохраню. Лену я пошла отпускаю. Между маленькими там. А между маленькими мальчиками на ногах тоже так разгрузку делать? Конечно, делать. Конечно, делать. Сейчас я приличный себе этот... Да. Но опять-таки смысл есть делать разгрузку, если я не всегда делаю разгрузку даже моделям, если я вижу, что клиент просто не будет дальше ничего делать. Как часто менять флоссивеп клиенту? Каждый день, да. Но он же там, тряпичный текстиль. Как она будет купаться, там еще что-то. Саша, отпускай Лену. Да, снимай. Тебе флоссивеп не нужен, а золи у тебя нет. Этот эфир сохраняю, но дайте мне 5-10 минут, я передохну, сяду за стол, сделаем себестоимость чуть-чуть быстренько и пройдемся быстренько по педикюру, по теории. И потом напишите мне и получите гайд. Я думаю, Лена тоже заслужила гайд, сегодня получит гайд в WhatsApp. Вот, стопе, садись. Сейчас будем Лену ругать. Садись на стульчик. Мои держи. Грязные. Грязные не важно. Держи. Вот, смотрите, что ее ждет. Вот, вот здесь уже покраснение. Видите, да? Вот клиенты же ваши так же реагируют. Давай с этой стороны. Ставь. Вот она одевает носочки. Ёб твою ж дивизию, а? Прости, Господи. Вот. Вот ее носочки. Максимум их на 1.5 сантиметра. Посмотрите, как носочки человек носит. Вот, конечно, этот палец искривляется, этот идет сюда, и все у нас скоро. А вот здесь уже торчит у нас, вот.
И сразу мы видим, что на большие пальцы человеку просто уже организм защищает, и на большие пальцы наступает больно. И что она делает? Косолапит. Косолапит. На, Леночка. Только ФБшные носочки своего размера, пожалуйста. Ничего себе, я не знала. А я и не знал. Так только Киркоров поет про Аллу Пугачёва. Они не слушают. Все, девочки, дайте мне 5-10 минут перерыва, и я перезайду.